Казань, ребята, правда, самый центр мы уже проехали, ну ладно, хоть маленечко мы тут едем, восхищаемся, какая красотища, то есть, конечно, Казань освещенная вечером, очень-очень красиво, главное не проехать куда-нибудь, главное из нее выехать, а то, конечно, движ тут идет очень быстрый, все такие шустрые, все куда-то промелькивают, проскакивают, лезут под ноги. В общем, как-то вот оно так. Тут уже не так веселушно стало. То есть центр-то, конечно, где вот торговый центр Кольцо, где Баумана. Там, конечно, красиво. Может, нам надо было погулять по Баумане? Не надо уже так? Ну ладно. Гулять, значит, не будем. Ну мы же не ночью тоже. Красивую Казань посмотрим. Смотрите, как освещено. Смотрите, как красиво. Ощущение. Да-да, как-то так. Такая тут красота, люди пытаются перейти в неположенном месте. Так, нам прямо. Я говорю, подсветка, то я что-то так никогда не. Кто вынырнет? Через 600 метров держитесь левее на улицу Ташаяк. Так, левее на какую-то там улицу. Какой-то в темноте не подсвечено. Ничего не видно. Ничего не видно. Кремлю выехали, точно. Вообще, мы так я вам говорю, что в самый центр. А вы мне боком, что, всю жизнь? Подождите, куда там правее, левее, суды? Суды, а потом куда? Потом левее. Возьмите правее, на светофор встаньте. Правее или левее? Что он хочет-то? Я его прослушала. Прямо? Смотрю навигатор. Вот они идут на поворот, а мы идем. Держитесь левее. Давайте помигаем. Ой, давайте за всеми. Ой. Через 600 метров на светофоре поверните направо. Какой светофор? Какой право? Тут вот нет. Впереди там светофор. Выключай телефон и. Нет, давай. Нет, прямо надо. Правильно. Вот туда надо прямо. Тут светофор красный. Тут мы постоим. Почти проскочили. Ну да, в общем, уже выезжаем, собственно. Да, я даже Кремль с этими поворотами не успела посмотреть толком. Ну ладно, что, Казань. А каждый раз приятненько снова посмотреть. Едем дальше.